Плохая работа управляющей компании, сомнительные начисления в квитанциях, работа общественного транспорта и строительство детского сада. С этими и другими вопросами химчане обратились за помощью к депутату Государственной Думы Ирине Родниной. Некоторые вопросы удается решить на месте в присутствии представителей администрации города. При необходимости Ирина Роднина направляет депутатские запросы в федеральные и муниципальные ведомства для разбирательства. От вас нужно будет, вот мой помощник. Да, я взял уже бумажку. Да, значит, написать будет обращение, что вы хотите, чтобы прокуратура проверила правильность решения. Прокуратура проверила. Тогда мы дальше пойдем. Почему не выполняется решение суда? Это уже второй личный прием, который Ирина Роднина проводит в этом году очно. До этого продолжительное время химчане обращались со своими проблемами через видеосвязь из-за пандемии коронавируса. Народная избранница принимает в первую неделю каждого месяца. Чаще всего люди обращаются по вопросам пенсии, медицинского обслуживания, ЖКХ и жилищных вопросов.